Мне кажется, чуть великовато вот это. Это оверсайз. Худя. Это так должно худя. Быть. Да ну какой-то оверсайз, как из Толкина. Очень хорошо тебе. Голом с пластилина ходит. Ну, хочу тебе меньше дам, дать тебе меньше. А есть меньше? Есть. Что, серьезно? Да. Так осану? Ну, чуть-чуть друга. Ну, черная я тоже, но меньше. Ну, меньше. Вот это? Да. Та, что я тебе віддав свою. Оту. Ну, вона XL-ка. Ну, вона вже така чуть-чуть поношена. Бачиш, вона вже цвіт в неї другий. Ні, вона не підходить. Це десь в ліс, так. Да. Вона... Це вбач на гриби. Ну, от цю можна одягти. Ну, Самел, от цю у тебе спокійно. Ну, цю можна. Ну, от цю у тебе ж свободна. Понимаешь, ты в ней свободно. Это спортивный костюм. Можешь прыгать в ней свободно. Вот так руки вверх рубить. Ты меня полностью показываешь, чтобы видно. Да. Очень хорошо тебе. Да? Куда ты в сраку, зеленый, Самвел? Мне очень такое идет. А, это ж не свитер, это ж тоже вот эта кофта. Все, я понял. Да, очень это сюда идет. Не, да? Без футболки. Ти тебе набираєш як з 18-го року. Без футболки, може, так. Да. Ну явно не під цей костюм. Чорний костюм в тебе, одінь чорну толстовку і мозк не винось собі. Господі. Вона здорова. Бери оту без капішона, во. Прекрасно в тебе тобі було з тим худі. Крутиш носом, непонятно що. От бери цю. Ну мені ота більше сюди йшла. А мені оця більше нравиться. Ну нравиться ця, бери цю. Да. Бери цю хочеш. Де ложка для обуви? Ну, не знаю, десь тут стоять. На кухні. Їду мамись. Нема не работает внутри блюд, нема оцю этой. Так ты ще и спали внутри блюд. Да она, кажется, не сгорела, но нету этой. Купи новый внутри блюд. Да. Будешь мать. 6 він стоїв новий. Так, а що ти не береш зверху нічого? Нет, конечно. Що, ку-ку? Що я кончений, на вулиці тепло. Кроссовки грязные. Вчера ты издевались. Что я сделал? Стирай. Стирается? Кинь стиралку. И эти грязные. Ну нечем ходить. И эти грязные. Уже ты как свинья. У тебя все кроссовки грязные. Как свинья. Как свинья. Ну чисто. Вот эти мне очень нравятся кроссовки. Это где покупали? Вестро? Вестро, да. Классные вообще. Три с чем-то они стоят. У меня тоже мягкие. Такие были. Но я не помню, я кому-то віддав их. Маме, по-моему, віддав. Ты надо все стирать. Постираешь. Це там еще дивиться. Постираешь, хорошо, постираешь. Это отдать бедным. Вот, уже порвать. Так. Де моє все? Покупався. Волосы чистые. Как называется? Мейсон. Бакараш Руш. Мейсон Бакараруш. Деньги есть. Вперед. Новым приключениям, ребятки. Так, все. Ключи от машины тут. Все, куколки. Всем пока. Комбайн, что-то будет.
Это я сыграл, Понятно, дурному просто сыграл. Дурным непонятно, закрывай двери. Давай, пока. О, сидите. Сидите. Здрасте. Здрасте. Сидите уже в ютубе. Інстасамка. Інстасамка. Нема цього внутрі блюд, що я хотів. Іска-виска, всі поломані от ці насадки, чи що, нема у той штуки з ножами, яка одягається. Дзвонив Микола Степанович, передавав привіт. Спасибо. Ти всі. Я зараз довго з ним балакав, минут 30. Довго, да? Та ну довго, да, балакали, розказ. Холодно, я вчора по прийомнику 0. Каже, ти... Микола Степанович така, ти ідеально чесна і порядна людина. Я кажу, я таких людей ще не зустрічав. Я кажу, Микола Степанович, ну, бачите. Нам всі люди хороші, треба. Дуже хороші. Так. Доставай. Знаєш що, а ти хочеш мені зробити, правильно? Не тобі, а ти зробиш. Да. Ти будеш це робити кожне утро, то як я тобі буду робити? Боже, тобі не поможе. Так. Оце все. Це буде вонюче таке. Так. Знаєш, що Надя казала? Каже, хтось їй підказав, хорошо для мене збивати сахар, листя, шовковиці заварювати. Вона казала, так. Да. Казала, так. Да, да. Да. Каже, якщо що, я кажу, поки, ну ще лист є, розумієш? Пол яблука. Пол яблука. Ой, таке яблуко маленьке. Пол яблука. Так. Так. Очистить. Да. Ну я со шкуркой, да? Я шкурку. Со шкуркой только убрать семена. Ну я ж делаю, ось хвостик і семена. Я ж так і делаю сама. О, а тепер отак. Щоб семена. О, такі жорсткі яблука якісь. Це ще не семеренко. Семеренко я ще не бачила. Все, тепер поріж їх меренько. Ну як меренько. Отак. Вот так. Как-то так. Вот так вот. Выпить на пироку. И сюда все. Так. 7 листочков шпината. Він мытый. Ну, це кидай все. І ще трошки. Отак от. Все. Огурець. Убирай жопку. Та помий його. Він не митий. Помий. Там люди удивились, люди думали, що ми миємо содою. Ніяка це не сода. Сода так не робиться синюшнього світу. Бачите? А що вони сказали? Що це ми содою миємо. Це не сода. Це моюще. І ми сюди моїм моющим. Все. Особливо сухим. Якщо ви замітили на ігрені, я ним вже мию руки. От, можете подивитися, що це не сода. А вчора показували колеса сутику тут, так? Да. Так. Бачите воно, якого цвіта? Це не сода. Це моюще. Я сюди ним мою. Все. І вам рекомендую. Ми вимили хорошо, воно не сюди. Так. Я сьогодні утром кажу, що ти робиш? Ви тут поганенько спала. Все, що не смило, ви думаєте? Потім устала, покупала, постирала, тут сварила. Що ще треба? Все, що треба, я роблю. Тоже кусочки. Сахар який? А сьогодні 10, а вчора було 8 і 7 перед вечором. Утром було вище, а потім я переміряла 8 і 7. Отак хватить чи ще попробувати? Ріж весь огурець. Я поняла, отакими пускаємо. Ну так, да, поменше можеш. Отак. Да. Пойдет? Да. Хорошо. Надо мені огурці купити, в мене нема нічого. Огурці надо мені. Іра сказала, деньги тобі урізати. Що? Деньги тобі урізати. Які деньги? Які? А що ще буду не їсти нічого? Вона каже, щоб ти жила на пенсію. Купив лікарства, купив то і до свидання. Інтересно. А я що делаю?
Ира без света, бомбилы сидят без света, нема света. Скажи, вода пока есть, света нема. Ракеты летят везде. Хотя бы дожить собираются на день рождения. О, кошмар. Всегда как закажешь. Доживем. Всегда как закажешь, тебе что получится. Вот так, все сюда. Сейчас. Половинку ветки сельдерея. Вот это ветка сельдерея. Так, понятно. По моей. Ой. Нет, давай мы выкинем вот это. Да. Это не надо. Угу. Половинка это вот так. Вот так. Вот это не надо нам. Это ты используешь завтра. Вот это. Завтра. Вот так, поняла? Да. Половинку ветки сельдерея. Хорошо. Промой. Сельдерей помельче. Вот так колечками. Да. Помельче. Да, вот так. Пойдет? Потому что у меня была такая штука, что вообще измельчает. Но я ее не нашел. У меня, то есть нашел, она поломана. Она быстрее если, бы делала. Если бы у меня было хорошо, у меня ж такого нема. Она быстрее бы делала. Ну ничего себе. Мам, ты все режь, потом выкидай. Не надо 150, ты неправильно делаешь. Вот так режь, а потом выкидай. Эдик не звонил? Нет. Потому что Сира каже, видео нема в нього вже. Немає давно вже відео, ну я подивилася, включила. Це те саме стоїть, що Гульнас обнімає. То ли Милену, то это мы все вместе. Выписала ее. Она получила капельницу, выгнала уколы, я так уже догадываюсь. И выписала. Ну, все. Все вместе. Ну, казалось, ничего не снимал. Что тяжело бы самойла хотела сказать. Тяжело. Конечно, бы, тяжело. Гульнас дома. Плохо бы знаете. Угу. Так, я сейчас учу листу. Дальше, что делаем? Дальше включается в розетку. Так. Ага. У нас в холодильник. Я сейчас это листья поубираю. Оно желтое, оно не нужно. Я оставлю только сельдерей. Пол чашки воды. Пол чашки воды, да? Наливаешь немножко воды сперва. Угу. Вставляешь сюда. Руками никогда сюда не лезь, бо ты останешься без пальцев. Вот сюда. Боже, ты маленький. Вот, ставишь. И кнопочка, и нажимаешь вот так. И вот так по чуть-чуть. Давай. Да, я попробую. И давить надо. На, так не пробуют. Ставлять біля себе. Або встают с этого. Не сидят за 3 километра. Это никто не делает так. Сейчас делай. Встаю вот так сверху его. Поднимаешь? Вот так, да. Вот так. Да. Да. Добавляешь воды. Вот так, по чуть-чуть, да. Кнопочку от... Да, вот так вот. Каждый раз заново. Нажимай кнопочку. Вот так его. Не-не-не, ну вот так, смотри, мам, с ума не сходи. Бачи, оно как бы уже, видишь, теперь что? Теперь смотри, вот так оно уже стало, вот такое, да? Угу. Просто поднимаешь и вот так. Кошмар. Вот, пытаешься, чтоб накрыть его, понимаешь, вот так накрыть. Вот, чтоб не просто там внизу, а вот так вот, сверху и до низу, сверху и до низу, поняла? Мам, возьми вот так возьми, вот как я. Вот так. Вот так? Да, сверху его. Чтоб, мам, ну смотри, ты вот так держишь, ну кто так? Ну так же неудобно водить. Вот так же удобно. Вот так возьми. Вот так возьми. Возьми нормально в руки. Нормально в руку возьми. Возьми в руку. Вот чтобы тебе было удобно. Не вот так, мам. Пойдем, пойдем. Не так удобно. Возьми за ручку, вот, держи второй рукой. Этой поднимай. Вот. Все, останавливается. Все, еще раз. Все. Теперь вот это, дорогая, ты должна выпивать за полчаса до еды. А, ну я ж уже поняла. Просто сейчас выпей вот.
Выпью. Да, просто выпей. Да, а завтра натощак, да? А завтра натощак. Вот это, как открывается. Вот ты закончила процесс, да? Да, да. Выключай с розетки. Вот это, да? Да. Вытянула с розетки. Сейчас. Дальше. Поднимай, чтобы убедиться, что это оно. Да. Воно. Теперь. Вот эту часть. Она соединяется. Тут есть две кнопки по бокам. Ниже. Две кнопки. Одна и на второй стороне вторая. На второй стороне вторая. Две. Их надо одновременно одной рукой нажать. Одной рукой. А-а-а. Одной рукой, да, одновременно. Это поднять надо. Это опустить, это поднять. Мама, это делается не силой, а умом. Не силой, а умом. Вот две кнопки, их надо нажать. Нажми две кнопки. Ну вот так. Нажимай. Нажал. Сильнее нажимай. Их именно нажми. Ты нажимаешь плечом. А я прошу нажать руками. Мам, две... Все, уже все. Ты что, не видишь? Вот. Все. Нажимай. И вверх поднимай. Две... Нажимай. И вверх поднимай. Ну на всю нажимаю. Уже пальцы болят. Мама. Черт. Мама. Нажимай. Ну помоги себе, ты же видишь, она уже отсоединилась. Это вниз потяни, это вверх. Блять. Святые угодники. Мама, смотри сюда. Вот. Смотри, я не кричу. Вот. Все. Ну. Вот. 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 Все. Ты бы так быстро получил. Потому что, мама, я сюда нажимаю и все. Я не жму вот тут, а жму вот тут. Вот. Пальцами вцепись, вцепись пальцами, вот так. Ну, вот вцепись, вот так, вот так. И нажми. Все. О. Еще раз. Поставь. Теперь поставь. Оно должно захлопнуться. Защелкнуться должно. Как ты его будешь вставлять? Вот так. Вцепись пальцами в него. Все. Ой, все. Боже мой, святые угодники. Ни к чему все. Человек не приспособлен. Да воно было, Господи. Тебе давно стало. Такий грамотний. А тепер соедини. Грамотний. Соедини. Як ти закриєш його завтра? Ну, насильно не треба. Треба крутити. Насильно не треба. Все? Все, мабуть. Все? Провір. Держиться, держиться. Держиться. Як ти будеш відсоединяти? Тепер... Сила наука. Сила наука. Смотри. Это всего лишь делается. Вот. Самуил, ты пользуйся, ты уже все знаешь. Мама, так надо... Соедини. Черт его. Вот. А теперь отсоедини. Да не надо плечи зажимать. Расслабь все. Только два пальчика. Все. Не що ти? Як будь ти будеш, я не знаю, все, відсоединила, убрала, це підняла, постукала. Руками сюди ніколи не лізь. Постукала. Все, це кинула в мойку. Сразу сполоснула. Оно прекрасно смивається. Руками туди не лізь. Вот. Все. Ого. Оно ополоснулось. Смотри, шикарно. Ага. Все. Не выпивай. С утра прекрасно. Вот это должно понизить тебе сахар. Пить это через день. Завтра будешь пить с утра. С утра, да? А да. Тогда... Аж послезавтра. А тогда аж послезавтра. Не, ну если завтра, то послезавтра, через день. Через день. А вообще это можно пить каждый день. Каждый день пей. Ничего не будет. Каждый день с утра пей. Ты таке при онкологии, а тебе таке дело. Только на соковыжималку. Прекрасно. Огурец... Огурец, яблоко,
шпинат и сельдерей. Пол яблока, огурчик нездоровый, шпинат, 7 листочков. И пол... половинку. Ну. Вот то, стебляк. Что, разве да, плохо? Это на завтра. Разве плохо? Це всем людям можно пить с утра. Так, сейчас... Можно еще и лимон, лимона туда добавить, сока. А, да. Можно будет кислить, да, тоже. Сейчас, вон сирена. Тревога. Ага. Тревога. Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Ну, давай приготовим, я достану. Ой, задолбала цими сиренами, зайчик. Задолбала. Ну, ну задолбалась ты. Что ты не идешь в укрытие найближче? А? Ох ты, хвостатый. Хвостатый. Угу. Что приготовить? Давай я достану филе. Чего же это валяется? У меня есть это, зайчик, упало. Это выкинуть. У меня есть это. Мам, это делается вот так. Вот взяла? Да можно. Смотри. Вот так раз. Вот так раз. Не надо це делать бездумно. Отак раз. Хочу оце чорно вирізати. Отак раз. Держи. Давай. Давай. Все. Да. Вот это можешь даже не обрізати, вот это белое. Вот это можешь не обрізати. Вот это только, вот это вот вяле ага, трошки убираешь. Оце ось, ось, дивись. Да, помой их и сложи. Не надо мыть, хай там. Ну или мыть не надо, да. Не надо, не надо. Вот это гнилое убирай. Да, что да. Там? Сейчас. И все. Это много, конечно, тебе. Оно все повяне. Ты можешь его и так есть. Так, брать и грызть. Ну его воюче. Самок, вот это страшное. Я уберу это. Убираю это, да. Все гадость. Убираю ты, да, убирай. Да, да. И все равно много. Ну хрена все равно. О, так, так, mm-hmm. Ой, ось, ось. И посыпите колеса по 20 тысяч. По 6 с чем-то. А, я злякалась, думала. Нет, 6 с чем-то, 20 с чем-то я заплатил, 26. Ну правильно, за все, я думала, штука 20. 26 800, по-моему. Ни хрена себе, все дороже, думаю, продукты тащить, колеса и все подряд. Все. 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 Мусор. Яблоко вот это завтра используешь. Угу. Вот. Мене одну нема. Палочку цього. Угу. У мене нема ни яблок, нічого немає. Каже, Іра, хай бере на свою пенсію. Я її отримала, я вже її кончаю. Які то, тобі яблуки? Ну, зелені. У мене теж нема вам. Я теж не їм яблуки. Що? Ну, сюди. І каже, що ти нічим не займаєшся. То, що я кажу. Я тоді зайняла, скільки треба. Все, що треба, я поділаю. Попідмітала. І сидиш, думаєш... Не стирала. Уху сварила. І сидиш, думаєш про їду. Про їду. Прямо що? Сидиш і думаєш. То казав, що ми викинемо голову. Що? Казали, що ми викинемо голову і не будемо варити уху, а це що по-вашому? От, та голова. Я її розрізала голову. Нехай. Кажуть, що треба було її качалка і побити, типа. І тоді, ой. Що це таке? Уху, голову качалкою побити? Чого? Ну, рибу побити качалка і слізла б тоді от ця шелуха якась там. А. Зверху шипи якісь. А. Оці такі, да. Колючі, колючі. Я такого не чую. Воно й не сплошне, синок. Воно, ти ж бачиш, два ряда. І що суп. Ти хотіла готувати? Я зараз достану філе. Ну, далі. Там внизу. Кривай. Далі що? Достать сині, достать кабачок, де перчик. Де філе? І запекти. Де філе? А не дивися, то коробки не філе. Це ножки. Філе ось. Мілки, ну. Ото, мабуть, філе, так. Да. Тільки багато хотіла. Половинку щось буде готово. Чи борщ, м'ясо заїдати теж не можна. Не знаю. Більше овочей, а м'яса трошки. Правильно? Закриваємо морозилку. Правильно? Зараз я покрибираю оце. А що ти кажеш, тебе нема помідор, того? Так іди купи. Та надо, цибули
половина одна осталась. Так а чого ти не йдеш не купиш? Та думаю, ти ж прийдеш, вже тебе не буде тоді. А цибулю буду брати от ото десь 9 етажки, от той Тамара, де вчора ходила. Зіна для себе купила 2 кілограми. Там по 35 Тамари, а в этому 39 в АТБ. На що я буду переплачувати? Та сама цибуля. Тільки в АТБ така здоровальна, а там така норма. Шпінат тут. Да, шпінат туди. Во. Що це в мене укропчик треба добрати. Менше і саджику не їж. Я не трогаю зараз. Ось у мене, бачиш? Треба вибрати чи всі, чи половинку. Ось перець, а то пропаде. Ось о. А то пропаде, да. Да, от это. Повну наділаю, все, це нехай. Правильно? Ще якась синенька. Оцю. Оцю. От м'яке. Давай, бачиш, кладите. Оце, оце. Оце остав і оце. Отак, все. Да. Перчику перця не надо? Перця два. Бери, бери. Перець весь. І бери більше, тільки зелений перець тобі можна. Красний не брати. Не брати, не буду. Все зелене. Ти ж приносив все. Я приносив, але я тобі сказав, бери зелений, все. Хорошо. Так, це достаємо моєму. От, зараз. Нічого лишнього в мене тут немає, Іра каже, на пенсії. Ось що в мене є, ось. А тут трошки квашеної капусти, все. Більше нічого, укропчика чуть-чуть залишилось. Все. Що в мене? Нема такого лишнього. Риби два кусочка в мене, калкан. Ти з'їла цього судака? Не судака, осетра. Звісно, звісно. Зіна прийшла, коли я її оставила кусочок. Ні, Тетяна Васильівна, вам треба їсти, я менше їм виїсти. Зіна чуде теж без бега. О, мама котов виставила. Ребята, коти. Кому коти, пишемо в інстаграм. Кому треба коти, пишемо в інстаграм. Це дерев'яний. Это деревянный из барахолки. Вот это вот. Вот, вот это старинные коты. Вот это вот старый кот. Ну это все такие. Вот. Вот это старинные коты. Вот этот еще второй где-то есть. А где вторые где все? А вот он. Это пара. Это старые коты. Вот кот известный. Вот кот старый. Вот эти вот. Надо допродать котов.